Всем привет! В этом видео мы проведем сравнительный тест очистителей кожи салона автомобиля. А также покажем один лайфхак, как с помощью простых средств можно эффективно очистить кожу в салоне автомобиля. В тесте примут участие 6 средств разных производителей. Какие-то из них называются лосьонами, какие-то кондиционерами, какие-то очистителями. Но в любом случае в описании к каждому из них указано, что эти средства очищают кожу, а также ее защищают от растрескивания и ультрафиолета. Некоторые из этих средств для защиты кожи используют обычный пчелиный воск, а некоторые — синтетические полимеры. Но, тем не менее, предназначение всех этих средств одинаково, и поэтому тестировать их будем в одинаковых условиях. Для теста мы специально разыскали автомобиль с кожаным салоном, где кожа уже немножко подустала, местами она вытерлась, местами растрескалась, а в трещинах и складках скопилась грязь. С помощью малярной ленты сиденья автомобиля мы разделим на 6 одинаковых участков, и каждый из них по очереди обработаем разным средством. Начнем с лосьончика Liquimoly. Это известная марка. Данным средством можно обрабатывать гладкую кожу и нельзя обрабатывать нубук и замшу. В инструкции к применению указано, что перед тем, как использовать данное средство, поверхность нужно предварительно уже очистить. Но как-то странно, это все-таки лосьон и очиститель, поэтому мы будем пробовать очищать поверхность им сразу. Использование достаточно простое. Нужно хорошо взболтать содержимое флакона и потом равномерно распылить на обрабатываемую поверхность. После этого берем чистую сухую ткань и равномерно распределяем лосьон по обрабатываемой поверхности, не вытирая. В инструкции указано, что средству нужно дать некоторое время, чтобы начать действовать. Некоторое время понятие растяжимое, но мы уже видим, что оно начинает подсыхать, поэтому берем чистую ткань и вытираем поверхность. На мой взгляд, после средства Liquimoly поверхность не сильно изменилась. Сверху грязь немножко стерлась, но внутри, в трещинках кожи, все осталось и есть такой как бы темный оттенок. В принципе, о каком-то очищении речи идти даже не может. Следующим на очереди будет пенный очиститель High Gear серии Pro Line. Как и все очистители этой серии, здесь используется умная пена. С ее действием мы уже знакомились в тесте очистителей колесных дисков и теперь испытаем средства этой линейки на коже. Данное средство также не подходит для очистки замши и нубука, им можно очищать только гладкую кожу. Как указано в инструкции, энергично встряхиваем баллон и равномерно наносим пену на обрабатываемый участок. Теперь нужно подождать 1-2 минуты, после чего вытереть поверхностью сухой хлопковой тканью либо тканью из микрофибры. Эффект от пенного очистителя High Gear оказался более наглядным, и в некоторых местах с первого раза мы полностью удалили все загрязнения, даже те, которые глубоко въелись в микротрещины и складки на коже. Вот данное средство, наверное, лучше справилось с задачей очищения, но у нас еще есть 4 других средства. Следующим мы протестируем очищающий лосьон от Sonax. Флакон с лосьоном нужно хорошо встряхнуть, после чего с помощью салфетки равномерно нанести на обрабатываемую поверхность, подождать тоже некоторое время, после чего поверхность нужно располировать сухой тканью. В состав данного средства входит пчелиный воск, что позволяет защищать кожу от растрескивания и воздействия ультрафиолетовых лучей. С помощью средства Sonax также нельзя обрабатывать алькантару, велюр и замшу. По истечению некоторого времени берем сухую ткань и располируем остатки средства. Эффект от лосьона Sonax очень похож на эффект от лосьона Liquimoly. Есть такая жирная пленочка, но при этом загрязнения все остаются на своих местах и практически не удаляются.
Очиститель и кондиционер Dr. Wax также подходит только для гладкой кожи. Принцип применения аналогичен предыдущим средствам. Его нужно равномерно нанести на поверхность и через минуту располировать сухой ткани. Средство Dr. Wax достаточно жидкое и сильно растекается по поверхности, поэтому обрабатывать нужно очень аккуратно. Спустя минуту располировываем поверхность. Ну и опять особо какого-то очищающего эффекта не наблюдается. То есть все загрязнения остались на своих местах. Загрязнения, которые в складках и трещинах кожи, тоже никуда не делись. Видно такую черную паутинку. Пенный очиститель Runway также ничем не отличается по способу применения от предыдущих средств. Мы хорошо встряхиваем баллон, наносим на обрабатываемую поверхность и сразу через несколько секунд уже можно протирать. Так говорит инструкция от этого средства. Сакцентируем внимание на вот этом участке, так как он самый грязный. Здесь кожа практически чистая. Пена не такая обильная, как у средства High Gear, но тем не менее есть. С первого раза все загрязнения очистить мы не смогли, но тем не менее можно наблюдать хорошо заметный эффект. И шестой участник теста – кондиционер-очиститель от компании Meguiar's. Он выпускается в формате лосьона. Флакон хорошо встряхиваем, наносим на поверхность, ждем тоже какое-то время и вытираем тканью. Акцентировать внимание будем на вот этом участке, так как он из всей поверхности самый грязный. Лосьон Meguiar's имеет достаточно густую консистенцию, поэтому мы его хорошо обильно распределяем по поверхности. Лосьон Meguiar's тоже неплохо справился с поставленной задачей. Конечно, с первого раза мы все очистить не смогли, но тем не менее видно хороший результат вот на вот этом участке, который был самый грязный. И теперь обещанный лайфхак. Для него нам понадобился раствор из воды и нашатырного спирта в пропорции 1 к 2. То есть 10 мл воды и 5 мл нашатырного спирта. Данное средство мы распыляем с помощью распылителя на поверхности и сразу же вытираем сухой мягкой тканью. Можно использовать микрофибру. Если нет распылителя, средство можно просто приготовить в любой емкости, макать туда ткань и сразу вытирать поверхность. На мой взгляд, нашатырный спирт показал себя не хуже, а может даже и лучше, чем некоторые участники нашего теста. И самое главное, с помощью такого раствора можно очищать не только кожу, но и ноутбук и замшу. На мой взгляд, в нашем тесте такие средства, как Dr. Wax, Liquimoly и Sonax, не проявили себя как очистители. Скорее всего, их можно рекомендовать как средство по уходу за кожей. То есть, если у вас кожа в нормальном состоянии, эти средства помогут ее сохранить в таком состоянии, предотвращая растрескивание и высыхание. А вот с задачей очистки кожи лучше всего справились средства Meguiar's, Runway и High Gear. И на мое субъективное мнение, использование пенного аэрозольного очистителя было более удобным, чем использование лосьона от Meguiar's. Если вы уже не первый раз смотрите наше видео, но до сих пор не подписаны на наш канал, сейчас самое лучшее время сделать это.